Киноблог и проект «Руки на Старс» дополняют ландшафт мирового кино и степень влияния русских на него. К реестру «Рук кино Старс» мы относим мировых звезд кино, теле и интернет-медиа-индустрии, кто сам, либо чьи предки по материнской или отцовской линии родились на территории Российской империи, СССР, либо нынешней Российской Федерации. Этот подкаст под названием «Продюсеры 2» является дополнением самого первого подкаста про продюсеров русского происхождения прошлой эпохи, про тех, чей вклад в мировое кино и шоу-бизнес прошлого неоспорим, но большей частью публично недооценен. И посвящен подкаст «Продюсеры 2» 46 кинопродюсерам, предпринимателям и импресарио русского происхождения, людям такой профессии, без которой не могло случиться ни одного аудиовизуального произведения под названием телефильм, телеспектакль, телесериал или полнометражное кино. 40 героев из нашего списка вам уже знакомы из подкаста «Продюсеры 1», и к ним мы добавили еще 6, о ком уже успели написать новые посты киноблога и опубликовать их в рамках проекта «Руки на Старс» на портале DMSD Online. Этим постом мы еще раз хотим показать, что кино и телевидение – это не только актеры и актрисы. Мы намеренно демонстрируем весь широкий спектр представителей этой трудной, нервной, но сумасшедшей яркой индустрии. И в этом подкасте герои – исключительно кино- и телепродюсеры, кинопредприниматели и импресарио шоу-бизнеса. И да, это еще не все продюсеры русского происхождения прошлой эпохи. Очень многие еще ждут своей очереди, но многие из них, может быть, и не дождутся. Потому что продюсерская профессия очень закрытая, часто не публичная во все времена. И есть усугубляющие обстоятельства. Не все фото из прошлого дошли до наших времен. А существовали ли они вообще, эти фото с позирующими на фото продюсерами? А наше правило неукоснительно. Это публиковать посты о каждом из них, если у нас есть хотя бы одна из их личных фотографий. По крайней мере, пока так. Но в любом случае, будем стараться расширять создаваемый нами реестр «Руки на Старс» с благой целью дополнять ландшафт мирового кино и степень влияния русских на него. В общем, смотрите этот подкаст, читайте посты о каждом герое этого подкаста, прямые линки в описании этого видео и подписывайтесь на наш канал «Руки на Старс», если, конечно, хотите расширить горизонты своих знаний о мировой кино-, теле-, интернет-медиа-индустрии. Приятного просмотра и приятного прочтения! Сэмюэл Арков, Дмитрий Балашов, Никита Балиев, Дик Берримор, Леон Беласко, Ной Блох, Лев Браун, Дмитрий Харитонов, Дэвид Чуднов, Моня Данишевский, Василий Дебазиль, Анатолий Дегрюнвальд, Дмитрий Дегрюнвальд, Александр Дембо Деласта, Серж Денем, Александр Дранков, Иосиф Ермольев, Юджин Френке, Морис Гест, Сэмюэл Голдвин, Сол Юрок, Андрюс Жилинский, Александр Каменко, Александр Ханжонков, Александр Калаврат, Григорий Липкин, Артур Любин,
Луиз Мейер, Александр Мишон, Александр Мнушкин, Леонид Маги, Оливер Морозко, Борис Моррос, Сергей Ацуб, Григорий Рабинович, Григорий Ратов, Борис Сагал, Александр Залкин, Джозеф Шенк, Николас Шенк, Саймон Шифрин, Дэвид Селзник, Льюис Селзник, Павел Тимон, Вальдемар Ветлугин, Владимир Венгеров. Читайте посты о каждом герое, который вас заинтересовал. Прямые линки в описании этого видео. И подписывайтесь на наш канал, если хотите смотреть новые подкасты и дополнять собственные знания о мировой кино, теле и интернет-медиа-индустрии. Будут новые посты проекта «Руки на Старс» и наверняка новые открытия для вас. 100%.